Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 5-9911. Меню доступно на сайте primesarov.ru. В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Пик коронавируса в нашей стране пройден. Стоит ли ждать второй волны? Гадюки или ужи? На пруду Боровом появились змеи. Привет из Парижа. Преподаватели детской школы искусств отметили на французском музыкальном конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. Пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией COVID-19. По данным на 27 мая в России заразились более 370 тысяч человек. За последние сутки коронавирус выявили у 8338 россиян. Погибли за все время эпидемии 3968 человек. В том числе, по данным Минздрава, жертвами болезни стал 101 медицинский работник. Ученые не исключают второй волны коронавируса. Она будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова. По ее словам, после нынешней пандемии большая часть россиян получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет. Однако инфекционисты считают, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции будет также необходимо для всех. А вот на самоизоляцию направят только тех, кто войдет в группу риска. Между тем, в среднем по России месячная стоимость антикоронавирусного набора для человека, который работает не в удаленном режиме, составила 4064 рубля. В набор входят 90 одноразовых масок, 48 пар перчаток, 5 флаконов санитайзера объемом 50 мл. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили саровчан, сколько они тратят на эти цели. Большинство респондентов не покупает предметы антикоронавирусного набора. Меньше 4 тысяч тратят 20%. Больше 4 тысяч за маски и санитайзеры отдают 7%. Попадают в статистику 3% участников опроса. Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в рабочем поселке Мухтолово Ордатовского района и в селе Починки. В Починках зарегистрировано 109 случаев заражения, а за последние два дня новых случаев не выявлено. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очага. Улучшение ситуации фиксируется и в других населенных пунктах, где введен карантин. В самое ближайшее время будут приниматься новые решения о снятии ограничений, добавил губернатор. В Мухтолове зарегистрировано 36 случаев заражения, а за последние три дня новых случаев не выявлено. Очаг инфекции ликвидирован. В населенных пунктах, где снимается карантин, начинают действовать те же нормы и требования, что и на остальной территории Нижегородской области. По состоянию на 27 мая в регионе зарегистрировано 8735 случаев заражения. Более 40% из них протекают в легкой или бессимптомной форме. Около 3000 человек выздоровели. 78 стали жертвами вируса. За минувшие сутки в Сарове не выявили ни одного зараженного коронавирусом. При этом выписали еще двоих. Госпитализировано по-прежнему 9 саровчан. Один из них находится в Приволжском окружном медицинском центре. На карантине дома находятся 42 горожанина, которые контактировали с зараженными. Подробнее о развитии ситуации с коронавирусом в Сарове рассказала главный санитарный врач по городу Ирина Игнатьева. Не нужно относиться к обследованиям как к какому-то такому самому главному профилактическому направлению деятельности нашей совместной. Потому что о чем говорит анализ? О том, что сейчас человек не выделяет коронавирус, и сейчас он не болен. И только лишь. Это совсем не значит, что он не будет его выделять завтра. Значит, обследование, допустим, тех же работников детских садов на сегодняшний день повальное, которое не имеет под собой никаких оснований, нам даст успокоение нам с вами ровно на два дня. Через два дня мы опять спросим, а вдруг они где-нибудь заразились? Давайте их еще раз всех обследуем. Но это, в общем, путь такой в никуда. Он ничем не обусловлен. Полную запись можно посмотреть на канале «Саров-24» и на нашем канале в Ютубе. Также в Сарове открылся ряд парикмахерских, владельцы которых поставили камеры. Кроме того, теперь можно работать парикмахерским и салоном с медицинской лицензией. «Помоги тем, кому это необходимо сегодня» – девиз всероссийской акции «Мы вместе», которая в эти дни проходит по всей стране. Уже более 750 тысяч человек получили благотворительные продуктовые наборы в 76 субъектах России.
Наш город не стал исключением. Волонтеры и социальные работники Сарова доставили нуждающимся порядка 100 продуктовых наборов. Акция «Мы вместе» прошла в Сарове уже третий раз. Продуктовые наборы из рук волонтеров получили горожане, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии, малообеспеченные или многодетные семьи. В пакеты, которые добровольцы доставили по адресам, входили самые необходимые продукты – подсолнечное масло, крупы, консервы, чай, соль и сахар. Получили мы эти наборы из Министерства социальной политики. И их поступило пока 102, в ближайшем будущем ожидаем еще штуку 90. Так что, я думаю, все люди, которые очень нуждаются и находятся без средств к существованию, получат необходимый продуктовый набор. Волонтеры соблюдают все необходимые требования безопасности, носят маски и перчатки, избегают близкого контакта с получателями продуктов. Артем Белавин первый раз присоединился к акции. Молодой человек считает, что в это непростое время помощь нуждающимся нужна как никогда. Для меня важно помогать людям, мне это важно и интересно, я хочу это делать, потому что ситуация такая сложная в стране, ну и как-то не могу оставаться равнодушным к этому. Еду передают горожанам из списка, который формирует Управление социальной защиты на основании доходов. Кроме того, разного рода помощь оказывают и другим категориям граждан. Люди не брошены, и мало того, мы не только по спискам Управления социальной защиты разносим продукты, но еще и по заявительному принципу. У нас есть небольшой запас продуктов, которые мы можем вот таким остро нуждающимся гражданам доставить, ну, на тот период, когда у них, скажем, отсутствует пенсия или они не успели получить. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в Центр социального обслуживания населения. Специалисты помогут в том числе восстановить потерянные документы, связаться с родственниками, обеспечить уход. По всем вопросам обращайтесь по телефонам 694-41 и 694-39. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24. В этом году Парад Победы пройдет 24 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Также глава предложил провести марш Бессмертного полка на месяц позже 26 июля. Все мероприятия пройдут при строжайшем соблюдении санитарных норм, а дата проведения может измениться, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Министерстве науки и высшего образования назвали новые сроки приемной кампании. Как рассказал глава ведомства Валерий Фальков, в этом году абитуриенты смогут подавать документы на поступление в ВУЗ с 20 июня и до 17 августа. При этом заявления начнут принимать еще до сдачи ЕГЭ. Другим новшеством станет электронная подпись абитуриента. Она позволит в дистанционном формате подать заявление в ВУЗ. Получить электронную подпись сможет любой гражданин России старше 14 лет. Подробные инструкции о том, как это сделать, можно посмотреть на сайте uc.cadastr.ru. В Нижегородской области продолжает работу горячая линия, на которую могут обращаться граждане, оставшиеся из-за коронавируса без работы. Звонки принимают по будням с 8 утра до 8 вечера по номеру 8 831 234 07 27. Специалисты центров занятости расскажут, как подать документы через портал «Работа в России», насколько увеличилось максимальное пособие по безработице, как получить областные компенсационные выплаты безработным и ответят на другие интересующие людей вопросы. Мораторий на проверки бизнеса, которые ввели из-за коронавируса, могут продлить до конца 2021 года. С таким предложением в Госдуме выступил министр экономического развития страны Максим Решетников. По словам чиновников, все действующие лицензии должны продлеваться в автоматическом режиме. Напомним, сейчас все выездные налоговые проверки малого и среднего бизнеса приостановлены. Такой режим будет действовать как минимум до 31 мая. IT-специалисты могут принять участие во втором сезоне проекта «Онлайн-хакатон. Цифровой форсаж атомных городов». В этот раз мероприятие пройдет в дистанционном формате. Участникам предложат сгенерировать прототипы цифровых сервисов, которые помогут улучшить работу системы «Умный город». Проекты победителей будут определять по трем направлениям. Подробности далее. С 29 мая по 1 июня у специалистов IT-сферы появится возможность поучаствовать в развитии городов в присутствии госкорпорации «Росатом». IT-разработчики, аналитики, программисты, дизайнеры, все активные горожане могут представить свои идеи и проекты на хакатоне «Цифровой форсаж атомных городов». В этом году он пройдет в дистанционном формате при поддержке Минстроя России, Фонда Сколково и Ассоциации ЗАТО атомной промышленности. Работа предполагается по трем направлениям. Муниципальное управление – это все, что связано с организацией городских процессов, управлением городским хозяйством. Городское сообщество – это сервисы для самих жителей. И малое и среднее предпринимательство.
предпринимательство, все то, что может помочь малому и среднему бизнесу в наше время. Итоги подведут 1 июня. Лучшие разработки будут применять на цифровых платформах участников проекта «Умные города Росатома». Общий призовой фонд – 900 тысяч рублей. Помимо денежного вознаграждения, авторы лучших идей могут получить приглашение на стажировку или работу в одной из самых престижных компаний атомной отрасли. От Сарова заявки на хакатон пока направили 12 участников. Общее число заявок на хакатон – более 250. И мы ожидаем очень упорную борьбу и высокий уровень проработки идей. Подать заявку можно до 28 мая включительно. Участникам нужно сформировать команду от 2 до 5 человек, при этом хотя бы один из них должен проживать в атомном городе или быть студентом опорного вуза госкорпорации «Росатом». Подробности на сайте «Цифровой форсаж атомных городов». Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Вот уже месяц от горожан поступает сообщение о том, что они видели змей на пруду Боровом. Между тем, территория города – исконное место их обитания. Обычно змеи в нашей полосе России людей не трогают и нападают только в случае опасности. Как отличить ядовитую змею от неядовитой и что делать, если змея все-таки укусила? Об этом смотрите в нашем следующем репортаже. Я бы хотела попробовать, но не успела, она очень быстро ползает. И не знаю, что если его обидеть, что он больно будет бить хвостом. Змею Глеб Петрунин встретил на озере Филипповка несколько дней назад. Там он гулял вместе со своими родителями. Сначала не поняли вообще, что за змея. Ну, прям огромный. Около водоем грелся на солнышке, была солнечная погода. Шуршание услышал, так голову повернул в нашу сторону. Мы там замерли. И так обратно на солнышко. Ну, я не очень боюсь змей. Правда, непонятно, что за змея, там, гадюка или уж. Но оказалось, уж. Мы таких больших еще не видели, конечно. Ужи достаточно часто встречаются в Нижегородской области, попадаются в лесах, на дачах и вблизи водоемов. Они безобидны, в отличие от гадюк, которые тоже обитают на территории региона. Гадюки выбирают открытые участки, опушки, вырубки, болота и заброшенные дома. Особенно опасны ядовитые змеи в середине весны, когда выходят из спячки в поисках еды. Нужно быть просто внимательным и смотреть под ноги. И все будет хорошо, потому что встреча с гадюками, прям с гадюками, со Степной и с Никольского, очень маленький процент, но он есть. Потому что люди же, они же не знают, как определять змей. Для них все, что не уж обыкновенные, для них все гадюки. Если вам повстречалась змея, то специалисты советуют не паниковать. Ее стоит обойти стороной, либо поменять маршрут передвижения. Ни в коем случае нельзя загонять змею в угол. Допустим, получилось так, что змея стала в агрессивную позу и делают какие-то броски. Нужно понимать, что первый бросок, он как предупредительный выстрел, да, и она предупреждает, что не нужно со мной связываться, не трогай меня, я могу быть опасна, вот. И уже последующие броски могут быть уже опасны. Но бывает такое, что гадюки и, в принципе, ядовитые змеи, у них есть такой пустой укус. То есть, соответственно, они могут укусить и не пусть, ну, и не впрыснуть яд. Отличить ядовитую змею от обычной просто. Два ярких желтых или оранжевых пятна по бокам головы, уж погремушка на хвосте или два изогнутых зуба в передней части верхней челюсти – гадюка. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Преподаватель детской школы искусств Дарья Кварта приняла участие сразу в двух конкурсах, один из которых – International Vocal Competition Vocal City, проходящий в Париже. Второй – международный конкурс «Яркий взлет» в Самаре. По итогам Дарья стала лауреатом второй и первой степени соответственно. Подробности – далее. Педагоги детской школы искусств покоряют международные вершины. Дарья Кварта стала лауреатом второй степени на конкурсе Vocal City. Он проводился в Париже дистанционно. Конкурсантам нужно было записать видео с живым выступлением и отправить его организаторам. Дарья выбрала для исполнения композицию «Ариоза матери» Анатолия Новикова. Я люблю более неизвестные композиции, избитые не очень люблю, хотя тоже мне они нравятся, но исполнять больше люблю что-то такое не очень известное. Во-вторых, она мне очень нравится, это очень красивая музыка. И из-за самоизоляции отменились все концерты в школе. Я должна была готовить концерт 9 мая и хотела спеть здесь, на концерте. Вот. Но так как не получилось, хотя бы записала видео с этой песней. С
композицией «Ариозы матери» Саровчанка также стала лауреатом первой степени на международном конкурсе «Яркий взлет». Музыкой Дарья занимается с 6 лет. Сейчас на счету исполнительницы многочисленные награды, сольные концерты и выступления на одной сцене с мэтрами оперы. Любовь вокалистки к классике неизменна на протяжении всей карьеры. Я академический певец, и поэтому вообще все равно я больше люблю что-то связанное с оперой, с классикой, романсы, арии, Рахманинов, там Чайковский мне нравится, Свиридов, то есть что-то такое. Конечно, я могу петь эстраду, но эстрада, опять же, больше приближенная к классике. Преподавание и реализации себя как артиста не мешает, утверждает Дарья. Регулярно выступая и участвуя в конкурсах, она показывает пример воспитанникам, которые тоже становятся победителями на всероссийских и международных вокальных состязаниях. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Закажите любимые блюда из ресторана «Прайм» с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 5 99 11. Меню доступно на сайте primesarov.ru.